Аллилуйя, Святой Дух, я молюсь сейчас, чтобы ты использовал мои уста. Господь, пусть каждое слово будет приправлено твоей силой, и прославлюсь не я, но ты. И пускай каждый человек, который услышит это слово, не будет иметь оправдания в день суда. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы ты, Господь, прикоснулся к тем людям, которые должны это услышать. Во имя Иисуса Христа я молюсь сейчас и благодарю тебя, Бог, что ты силой своей победил дьявола, победил демонов, победил болезни, победил наркотики. Господь, ты все победил. Тебе слава. И я запрещаю вам, демоны, контролировать здесь это место. Убирайтесь вон во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Можешь иметь свободу. Можешь иметь радость. Можешь иметь исцеление. Можешь иметь счастье. Бесплатно. Простой акт веры. Скажи: Господь Иисус, я признаю тебя единственной дверью на небо. Я признаю тебя единственным Мессией. Скажи: Иисус Христос, никакой Кришна, Рама и Магомед не освободит меня от греха и не спасет мою душу от ада. Скажи: Господь Иисус, я не могу в тебя верить, помоги моему неверию. Скажи: Господь Иисус, если ты действительно на кресте так сильно умирал, откройся мне лично. Я не хочу слушать о тебе, я хочу знать лично тебя. Пусть эти слова, они не дадут вам заснуть сегодня. Приди домой, стань на колени и скажи: Господь Иисус, я хочу лично познать тебя. Скажи: Господь Иисус, что этот молодой человек там говорил? На вид такой странный и застегнутый. Но на самом деле я не странный и не застегнутый. Все, что есть в этом мире, я видел. Только Господь может дать свободу от наркотиков. Он освободил от наркотиков меня. Господь Иисус освободил меня от порнографии. Господь Иисус освободил меня от депрессии. Никакие бабки, гадалки и доктора не могли мне помочь. Я искал любви, меня предавали. Я был одержимый дьяволом. Самая большая ложь из ада – это то, что дьявола не существует. Послушай, ты с ним ходишь в обнимку. Дьявол тебя целует и обнимает каждый день. Вот тебе мое Евангелие. Ты раб греха, раб порнографии, раб блуда. Ты раб наркотиков, сигарет, алкоголя. Ты раб зависимости от мнения людей, что тебе подумают. Господь Иисус, прикоснись к этим людям сейчас. Макаталира масотория баканда. Шакаталария масакатария. Прантори Санто Бабачея. Макаталария. Дух Святой, прикоснись к сердцам людей прямо сейчас. Шакаталара макасая. Демоны, я вас выгоняю из людей, из их разума. И говорю, что каждое слово, оно попадает в сердце. Прямо сейчас, в десятку. Господь Иисус, ответ на твои проблемы. Господь Иисус, ответ на твоей жизни. Господь Иисус, а не деньги, не слава человеческая, не блуд, не насытит твою душу. Ты можешь все иметь. Ты можешь иметь огромные деньги. Ты можешь иметь вокруг себя лже-псевдо-друзей. Но когда ты сам остаешься наедине с собой, на самом деле ты никому не нужен. Дама, которая с тобой ложится в кровать, она только преследует свою цель. Люди, которые тебя окружают в этом мире, на самом деле любят то, что у тебя есть. Не дай Бог с тобой приключиться какое-то зло, ты сразу поймешь, кто ты, кто твой друг и кому ты нужен. Тебя никогда не предаст Иисус Христос.
Иисус Христос тебя любит! Иисус Христос тебя любит! Иисус Христос любит тебя, Он живой! Иисус Христос победил смерть! Иисус Христос воскрес! Ни Рама, ни Магомед не воскресли! Никакая религия не ведет тебя в рай! Тебя в рай ведет Иисус Христос из Назарета! Великий Мессия! Машиах! Вся слава тебе, Господь Иисус! Вся слава тебе, Господь Иисус! Вся слава тебе, Господь Иисус! Вся слава Иисусу Христу! Вся слава Иисусу Христу! Ангелы небесные, крепкие силою, двигайте сейчас и прикасайтесь к людям! Если ты имеешь онкоболезнь, если ты зависим от наркотиков, если ты проводишь времена в наркотиках и в борделях, Иисус Христос живой, вовеки тот же, может освободить тебя. Подойди, мы за тебя помолимся. Молитва веры может тебя исцелить. Молитва веры может исцелить тебя, исцелить твою жизнь. Иисус Христос дает победу от всякой зависимости. Прямо сейчас, Дух Святой, прикоснись к людям. Прямо сейчас, Бог Авраама, Исаака, Иакова, единый Бог, прикасайся к людям. Прикасайся к людям силой своей, мощностью, силой своей, Господь. Слава тебе! Слава Иисусу Христу, единому Богу, единому Спасителю. Иисусу Христу слава! Вовеки слава Иисусу Христу! Читай Библию! Молись! Приходи к Богу! Он твой отец! Бог любит тебя! Я благословляю ваши дома! Я благословляю ваши семьи! И я запрещаю демонам прикасаться к вашим жизням! И говорю, что это слово, оно попадает в каждое сердце! И я верю в то, что ты сейчас будешь спасен и исцелен! Благодарю тебя, Господь, что ты отвечаешь на веру! Исцеление пусть двигается, Господь, по этому месту! Сила твоя и благодать! Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Аминь!